Здравствуйте, Фатима Бахадратовна. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. У нас сегодня особый случай для встречи. 8 февраля – это День российской науки. Вы свою жизнь, свою деятельность, все свои силы посвятили науке. И в этот день вы посвятили тому, чтобы сохранить наш богатейший язык, традиции и культуру. И в этот день я хочу у вас спросить, оглядываясь назад на несколько десятилетий, вы сейчас можете сказать, что вы тогда выбрали правильный путь? Ведь, как известно, научная деятельность, она не приносит никаких материальных благ. В первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что меня пригласили на эту передачу. И отвечая на ваш вопрос, я бы хотела сказать, что быть ученым – это не райское блаженство. Это очень тяжелый труд, очень тяжелый труд. Ты не имеешь права допускать не в то, что вот в прямом смысле ошибку. Есть научные труды некоторых людей, которые за счет принижения других народов, возвышая свои народы, стараются как-то писать какие-то научные труды. Это неприемлемо в науке. Писать, работать, исследовать все, что касается твоего народа, оно не должно быть националистическим. В этих твоих работах никакого плагиата не должно быть. Это твой труд должен быть доказуемым, честным, порядочным. Вот для меня это кредо моей работы. В последнее время я встречаюсь с людьми, читая научные труды, я встречала такие труды, где пишется, что вот, например, выступаю, говорят, вот у вас нет карачаевской лошади, вот и у вас того нету. Прежде чем заняться вот такими националистическими выпадками, лучше взять, исследовать свою культуру, на базе доказуемых документов написать свой научный труд. Все мы знаем, что вы, основная деятельность ваша, основная тематика вашей деятельности – это сохранение языка, сохранение культуры, традиции. И вот в свет совсем недавно вышла ваша уже 10-я книга авторская. О чем она? Вот перед вами две книги последние, да? Это мои любимые книги. Возможно, я уже созревший как ученый, и я по-другому взглянула на культуру своего народа. И я заметила целые пласты при выселении карачаевского народа забываются. И сейчас основная, даже московские ученые нам говорят, сохраняйте лексику, сохраняйте свои, вот каждый лексикон, потому что исчезнет язык, вместе вот лексика же сохраняет наш язык. И я обратила внимание, вот посмотрите, сохраняя свой язык, это зоономическая терминология, название всех животных, животных, насекомых, и сохранен этот пласт. И когда я вот работала над животным миром, вот крупными животными, а в основном же наш народ скотоводством занимался, и вот терминология и лексика, огромный пласт у карачаевцев – это земледельческое. И когда я закончила этот пласт, я заметила по ходу, что пласт вот птицеферм, вот птиц, терминология птиц, орнитонимия, вообще нигде не изучен. И каково же мое удивление было, когда я начала собирать термины, орнитонимические термины, около 500 наименований птиц на карачаево-балкарском, русском, английском языках зафиксировано. Вот последняя книга. Это целый пласт, и туда не только терминология, это пословицы, это поговорки, это фразологизмы, это крылатые слова. Представляете, вот бабушка Карачаевка в Архизе мне говорит, а вы знаете, говорит, это 100 лет тому назад мой отец говорил вот такую поговорку, когда к весне
мало становилось еды для скота, даже гуси хотели есть сено. Вот такие поговорками, пословицам, поговорка. Очень много фразологизмов. Я помню, месяц я искала на карачаевском языке, как называется гребешок курицы-петуха. Кекереги, вот называется гугур, ну, или таук, ну, кекереги. Если кто-то думает, вот это очень легко, и вот бывает, и вот трудишься, устаешь и бросает, уходят. Вот тут нужен уже характер, тут нужен действительно показать, что ты любишь свой язык, свою культуру. И мы дочери, мы не должны еще забывать, что мы дочери высланного народа. Народ, который выслан в тюркоязычную среду, чтобы быстрее ассимилировался и исчез, вообще исчез. И вы представляете, наши родители, в такой дни голода, холода, пережив все это, сохранили нам язык, фольклор, песни разные, да, лирические, любовные песни. И мы здесь, на родине, сегодня, когда имеем возможность изучать это в школах, у нас по телевидению передачи, да, на родных языках, по радио. И я встречаю родителей, которые идут, пишут заявление, что мой ребенок не должен изучить родной язык. Я уверена, что этот ребенок никогда не будет полноценным гражданином, сыном своего народа, если он не будет знать свой язык, свои культуры. Переданная матерью, собственно, молоком матери язык, у нас же называется анатель язык, это родной язык, материнский язык переводится. Человек, который не знает своего языка, фольклора, истории, литературы, это человек без фундамента. Это человек, который никогда не поверю, что он будет знать так хорошо английский, французский, другие языки. Пусть знают. Но вы знаете, исследование доказало, что ребенок может знать около 40 языков. И почему ты не должен знать свой родной язык? Почему он не будет багажом твоей жизни? Фатима Пахаратовна, в качестве научного сотрудника вы участвуете во многочисленных научных форумах, конференциях, часто выступаете, выходите на связь с людьми науки из других регионов. Я знаю, что вы даже выступали со своей лекцией, со своим выступлением на Ассамблее ООН. Какие у вас были самые запоминающиеся выступления? Вы знаете, по требованию вот нашей работы мы должны, конечно, мы не варимся на своем соку, научные сотрудники. Мы делимся своими научными трудами со всеми учеными нашей республики, за рубежом. Мы печатаемся даже и в Турции, и в Казахстане, Узбекистане, турские языки. Так вот. И вот мне, я вот и горжусь, и бывает вот не все так гладко в нашей жизни, не все прямо бывает такие хорошие везде и вступления, удачные. Но я довольна одной из своих вступлений в Ассамблее народов России, где был поставлен вопрос о фальсификации извне такой Великой Отечественной войны, вот от чумы этой коричневой, мы освободили всю Европу. Я там выступила участие карачаевцев в Великой Отечественной войне. И первые минуты были Владимир Владимирович Путин и Светлана Костинская, которые организовали с Москвы вот эту конференцию, и привела пример. На примере Залиха Тыркеновой, которая погибла в каньонах Кисловодска, не выдав вот все испытания, выдержав все испытания, не выдав местонахождение своего партизанского отряда. И в этом муж сражался в Ленинградском фронте. Я задала вопрос, ее 5-летняя девочка, чем была виновата, чтобы ее выслали? Разве дети рождаются преступниками? 22 тысячи детей, которые погибли от голода, холода. Я открытым текстом сказала, вот теперь внуки этих детей, они внуки двух героев или высланного такого народа, да? И ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. И весь зал.
вот все участники высланного народа, весь зал гремел, и я сказала, надо пересмотреть участие репрессированных народов в Великой Отечественной войне. Вот внешняя фальсификация происходит, потому что внутри страны со своими народами недопустимо никакой фальсификации. И пора вот это уже признать и убрать это бельмо, который каждый раз мы натыкаемся на эти вопросы. И, знаете, я не ожидала такой картины, когда все дочери и сыновья высланного, и не только, весь зал встал, и конференция остановилась. И мне это самое говорит, я еще до этого я привела пример, сколько у нас сражались, сколько погибло. И, конечно, началось, то наши горские семьи бывают многодетными. И в одной семье Байтоковых 16 сыновей, из них погибло 10 на войне. Я, конечно, начала очень плавно и перешла к выселению моего народа и поставила вопрос участия карачаевцев, балкарцев, всех высланных народов Великой Отечественной войны. Надо это пересмотреть. И вот это вот было вот действительно сенсационно. И, ну, и благодарили, конечно, и обняли, и сказали, да, будем пересматривать. В нашем разговоре вы сказали, чтобы сохранить культуру, чтобы сохранить народ, в первую очередь нужно сохранить язык. Я, конечно, с вами полностью согласна. Но вот в этот бешеный век глобализации, когда все так быстро меняется в этом современном мире, вы, ученые, что можете предложить, чтобы сохранить наши исконные коренные ценности? Я могу сказать, что не однажды выступала в методе сохранения языков, малочисленных языков, век глобализации. Обращала внимание, как другие ученые следуют это. Вот мне понравилось, когда еврейские ученые предложили вот такой метод. Когда у них на иврите никто не стал говорить на родном языке, так они все собрали. Они же по всему миру живут, да? И вот если ты живешь в России, говорит, русский язык хорошо знаешь, пошел, работал, домой заходишь за порог, всегда разговаривай на родном языке. Дома. Если ты работаешь в США, на английском языке общаешься, приходишь домой и за пару, и все на родном языке. Исчезающий язык, сегодня 6 миллионов евреев сейчас говорят на родном языке. Вот единственный язык среди исчезающих языков, который восстановил свой язык, это еврейский. А у нас еще есть надежда, что у нас считается UNESCO уже исчезающими языками все наши языки Карачаево-Черкесской республики, абазинский, черкесский, карачаево-балкарский. К сожалению, вот даже объявление UNESCO, что ваш язык исчезает, и это не проняло наш народ. К сожалению, выселение карачаевского народа, абсолютное исчезновение моего народа, и это дочери и сыновья этого народа, мало кто задумается. Есть, которые абсолютно об этом не думают, что исчезнет язык, и мы как народ карачаевцы не будем существовать. И нас снимут с карты мира. Вопрос глобальный, вопрос серьезный. И какая-то невидимая машина времени, уничтожая прямо, превращая наши культуры в асфальтную дорогу, уничтожает. Это я замечаю это. И что мы сегодня можем сделать? Мы все как едины, начиная со скотников, чабанов, учителей, один ученый не может сохранить язык. Все дочери и сыновья своего народа должны знать, что если не будет нашего языка, не будет нашего народа, к сожалению. Почему Расул Гамзатов сказал, «О, если завтра моего языка не будет, то я готов сегодня умереть». Мхеце Керим Уабазин сказал еще сильнее, «Пока у меня готовится омывальная вода, пока я не умру, — говорит, — буду говорить на родном языке. Великие умы, все наши, да, Исмаил Семенов, на все предметы нашего языка есть на карачаевском языке альтернатива. Это такой богатый, древний, красивый язык. В нашем языке можно петь
колыбельные песни. Сегодня я хотела спросить у мамочек, которая из них поет колыбельные песни своих детей. Надо начинать с колыбели. Почему дома нельзя ставить свою музыку, древние, да, обычаи, традициях рассказывать? И больно мне очень. Иногда мне вот бывает такое вот ощущение, что я вот сдаю, а кто будет это читать и изучать? Ну вот мне недавно пришел домой парень молодой, он оставил медицинский институт, фамилия Байкулов, он оставил институт, поступил в отделение карачаевского языка филологии и говорит, я буду делать все, чтобы сохранить свой язык. Есть из молодежи ребята, которые подходят, Фатима Пахарата, может, откроете школу родных языков, фольклора и литературы, да, вот совместную школу, чтобы те, которые не успели в городе как-то изучить родной язык, мы хотим изучать. Есть молодежь, которая очень хочет свою культуру знать. Я очень надеюсь на нашу сегодняшнюю молодежь, в один день проснется и скажет, нет, наш фундамент – это все-таки наша культура, язык, фольклор. Это такой необъятный край красоты, когда начинаешь изучать песни, древние песни, любовные, лирические, читать литературу на родном языке. Я получаю огромное наслаждение. Это как будто я увидела свою маму, обняла. И вот она радуется, то, что вот мои родители, наверное, думаю, смотрят с неба и радуются, что я, наверное, на правильном пути. И все-таки то, что я оставлю эти книги, еще сейчас пишу, занимаюсь конкретно очень серьезной темой. Это язык нардского эпоса, древнейший эпос. Это, который принадлежит карачаево-балкарскому народу, и не только карачаевскому, многим народам Северного Кавказа. И читая язык своего нардского эпоса, древний язык, я еще раз убеждаю, там такие устаревшие слова, такие антропонимы, там такие омонимы. Ну, такое богатство, богатый язык, карачаево-балкарский, древнейший язык в мире считается. И вы, наверное, знаете, что когда в Турции задали Ататурке вопрос, как сохранить, вот ваш вопрос, как сохранить наш язык, потому что очень много зарубежных, английских, греческих там слов, а своего родного не осталось, он как ответил? «Ищите народ карачай». И там на все ваши вопросы на древнем карачаево-балкарском языке дадут вам ответ. Фатима Пахаратовна, еще раз благодарю вас за участие в нашей программе. Еще раз поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. И, конечно, я желаю вам здоровья, творческих успехов. Спасибо вам.